Анастасія Крилова, генеральний директор благодійного фонду, завітала до нашої ранкової студії. Кажемо, доброго ранку вам. Будемо говорити про тему, яка актуальна у всі часи, про добро. Я думаю, чим більше ми робимо добра, тим краще. Тим більше хочу сказати, що 15 лютого відзначається Всесвітній день онкохворої дитини, так само ще день профілактики онкологічних захворювань. І це один із аспектів, чому у нашому місті Миколаєві триває тиждень добра. Давайте будемо говорити про мету проекту, на кого вона націлена і який маємо мати результат. Будь ласка, вам слово. Отже, про мету та ідею проекту. Трошки детальні. Тиждень добра. Ідея проекту. Доброе утро. Идея проекта, конечно же, была приурочена к Международному дню онкобольного ребенка. Каждый год наш фонд в течение 10 лет уже отмечает эту дату. Каждый год мы проводим какое бы то ни было мероприятие, то есть благотворительный аукцион или какой-то концерт. В этом году возникла идея провести неделю добра. В чем она заключается? То есть мы пригласили предприятие города Николаева поучаствовать в нашем деле, которым мы болеем, занимаемся, отдаем все свои силы уже в течение 10 лет, присоединиться и в течение недели с 12 по 18 февраля часть своих доходов, ту, которая им комфортна, отдать на закупку медикаментов для детской онкогематологии, детской областной больницы Николаевской. Вот. И в течение недели они работают не только на благо своего бизнеса, да, но и помогают деткам. Вот. По итогам, после 18 февраля мы собираем всю денежку и делаем закупку согласно нужд уже самого отделения. Ось я знаю, що 17 лютого – це день спонтанного прояву доброти. Чи якось це поєднується з вашим проєктом і, можливо, ще якісь проєкти є на цей день стосовно цього? 17 февраля? В нашій діяльності, в принципі, робити добро, да? Тобто допомогти діткам. Вот, поэтому у нас це вже не стільки спонтанні якісь дії, а в основному заплановані, направлені. Наша акция будет длиться в течение недели, 17 февраля не исключение. Если будет возможность спонтанно проявить еще какое-то добро, мы, конечно же, с удовольствием. Добре, ви сказали, що до вас там приєдналися деякі підприємства. Наскільки от зараз люди відгукуються на цю проблему, на ось такі от прояви? Чи раніше більше було, чи менше ось в такому плані? Отозвалось очень много людей. Это превзошло вообще все мои ожидания, конечно. Очень много откликнулись, звонили, писали. Даже те, кто не участвует в акции, просто спрашивали, как помочь, нужны ли руки, там, головы, идеи, то есть какие-то. Вот. Больше, всегда было достаточно много добрых, хороших людей, отзывчивых. Просто надо стучаться, сообщать, что, в принципе, в наши задачи и входит. Я ось бачила, що ви в пості написали, що ще можуть приймати участь, брати участь і миколаївці там якось допомагати. Ось трошки про це, просто окремо. Николаевцев, жителей города Николаева, призываем поучаствовать в нашей акции. Каким образом? В сети Facebook выложены все участники благотворительной нашей акции, то есть предприятия, которые принимают участие. Сделайте давно запланированную вами покупку или получите услугу в сети «Недели добра», и часть ваших денег, которые вы принесете в это кафе, в этот салон красоты, в этот магазин, будет направлена на покупку медикаментов для деток из онкогематологии. То есть таким образом вы являетесь тоже частью нашей «Недели добра».
Ну, з тижнем добра зрозуміло, ви вже не перший день, не перший місяць, да, у фонді чужі кошти, сила селена проєктів. От хотілося б трішечки, може, заглянути в майбутнє, може, є якісь глобальні проблеми, щоб відкрити благодійність по-миколаївськи, може, є якісь проєкти, які ви хочете реалізувати, може, вам потребує, ви потребуєте якоїсь допомоги, зокрема, миколаївців, підприємців. От що ви можете розказати з цього приводу? Конечно, нам постоянно нужна помощь нашему фонду. Есть очень много проектов, которые ввиду отсутствия рук, сил, финансирования, возможно, мы не можем сейчас реализовывать, а именно, то есть помимо онкогематологии детской, которая является нашим основным заданием, есть еще детская психиатрия, которой мы помогаем по возможности деткам, поздравляем их с праздниками, Новым годом, какую-то канцелярию помогаем закупать. Также есть идея еще антикризисного женского центра, то есть это центра помощи женщинам в семейном насилии. Ну, как бы ввиду того, что силы наши не безграничны, вот, пока это остается только идеей, но тем не менее для нас эта тема очень интересна. Ну, хотелось трошки бы дізнати про результати от попередніх років, от що як вдалося, і, можливо, ще раз нагадати, скільки буде тривати тиждень добра, що можна допомогти ось такому плані. Давайте підрезюмуємо, да. Да, ще раз нагадаємо нашим телеглядачам. Результаты в течение последних 10 лет, конечно, ошеломляющие. То есть, если отделение онкогематологии изначально было 10 лет назад, я помню, это какие-то там старые окна, это отсутствие ремонта, недостаток оборудования, то сейчас это современное оборудованное отделение современным медицинским оборудованием, с хорошим ремонтом, с хорошими функциональными кроватями для детей, так как они находятся там по несколько месяцев. Это постоянные поставки медикаментов в отделение, ну и государственные поставки, и благодаря фондам. Вот. Естественно, это отражается на статистике выздоровления детей. По предварительным прогнозам недели добра пока сказать точно не можем, так как никакую благотворительную акцию спрогнозировать невозможно. Но я думаю, самого главного мы уже достигли, это привлекли внимание. А вот у меня таке питання, ви спілкуєтесь з самими дітками? Напевно, вони знають, що такі янголи, да, у вигляді вас, благодійного фонду, які допомагають, які долучають, і, напевно, вони чекають. От відбувається у вас взаємоспілкування з дітками? Звісно. Регулярно ми приходимо в відділення, спрашиваємо в їх самочувстві, о нуждах, общаємося і з родителями, і з дітьми. По возможности, если есть время, можем поиграть с детками. Естественно, это поздравление с днем рождения каждого ребенка. Вот. И да, они ждут, они знают, что мы стараемся для их здоровья. Стараемся не только медикаментами, стараемся создать им какой-то хотя бы праздник, щоб вони не забували, дійсно, що вони діти. Да. Це дійсно важливо. Mm-hmm. Дякуємо вам. Ось вона, благодійність по-миколаївськи. Ви теж можете стати частиною добра, тижня добра. Кожна ваша покупка, да, в мере, і ваш особистий внесок, цю допомогу може допомогти врятувати життя маленької хворої дитини. Ну, ще щиро дякуємо. Так, до 18 лютого ще є час якось зробити свій вклад у цю справу. Дійсно, дякуємо вам, що завітали. Ваша справа дійсно варта поваги, дуже крута. Тиждень добра триває ще до 18 лютого, я думаю, у вас ще є час, тож долучайтеся до цього, давайте робити цей світ і наше місто кращим. Дякуємо, що завітали.